Мы, пожалуй, обойдемся без теннисного корта. Будем играть в клубе. Но уж бассейн обязательно нужен. Правда? Как ты считаешь? Правда то, что мне придется искать другую работу. Иначе мне не оплатить все твои замыслы. Неужели тебе сегодня идти на работу? Не на работу, а на похороны Елены. Не слишком веселые планы. Елены? Ну, Эленор. На самом деле ее зовут Елена. Иду, иду! Детектив Барнс поручил мне доставить вам это, мистер Тиммонс. Спасибо, спасибо. Ну, молись, чтобы нам повезло. Это чьи вещи? Это и чокнутый, как там ее? Елена, Эленор. Надеюсь, здесь ключ к тайне. А что ты надеешься найти? Гвозди. Гвозди? Да. Я забью ими крышку гроба Круза. Я не могу вспомнить, когда еще я была так счастлива. Так много всего произошло. Я выхожу замуж, у меня будет ребенок. Какое счастье! Может быть, ты вместе со мной пойдешь к врачу? Все в порядке, просто на всякий случай. Может, он порекомендует какую-нибудь особую диету, витамины или еще что-нибудь. Ты только послушай, я ведь стала говорить точно так, как эти курицы, от которых меня просто тошнит. И я так счастлива. Yes! Я тебя раздражаю? Да. Неужели? Да, это поможет мне. Наконец-то. Я засажу Круза и надолго. Ты только послушай папочку. Он так любит свою работу. Я пошел. Я скоро вернусь. Да, преданность домашнему очагу никогда не станет его достоинством. Иллюзии рассеиваются еще до свадьбы. Да, я и забыл. Что это? Ну, это погремушка с рубинами и колечко для зубов, сделанное на заказ. У нашего ребенка будет все как в лучших домах. Не сомневайся в этом. Я просмотрел вашу историю болезни, Джина, поэтому решил прийти сам. Понятно, но почему же вы без чемоданчика, инструментов? Ну, все это ни к чему. Даже не знаю, как и выразиться помягче. Ну, в общем, вряд ли вы беременны. И тем не менее. Я знаю, вы считали это невозможным, и доктор Бартлетт тоже. Но вы оба ошиблись. Что ж, мне приходилось ошибаться. Ну вот. Но только не в данном случае. Беременности нет, Джина. Нет, есть. Я знаю, я чувствую. Я сама сделала анализ с помощью этого патентованного прибора. Знаете, и жидкость стала синей. Обычно такой анализ дает довольно точные результаты, но все-таки лишь на него полагаться нельзя. Знаете, доктор, это даже смешно. Вы меня даже не осматривали, не делали анализов. Откуда такая уверенность? Знаете, все уже замечают, что я жду ребенка. Джина, прошу вас, не ставьте себя в неловкое положение. Ситуация и так непростая. Слушать вас не хочу. Вы просто не знаете, о чем говорите. Это называется истерическая беременность. Вы, наверное, об этом не слышали. Или слышали? Нет, не знаю. В вашем случае беременность физически невозможна. Но я же чувствую. Чувствую, что происходит в моем теле. Поэтому и сделала анализ, хотя я и так уже знала. Простите, мне очень жаль. Может быть, мне поможет какая-нибудь операция? Я готова на все, доктор. Нет. Я не могу оставлять вам надежду. Чудес не бывает. Вы никогда не сможете иметь ребенка. Мне очень жаль. Может быть, дать вам успокоительное? Нет. Нет, я просто хочу остаться одна. У нас не будет ребенка. Я знаю. Я такая дура. Нет. Он сказал, что я никогда не смогу.
Все будет хорошо. Мне не хочется жить. Мы все равно поженимся. Нет. Ты же любишь меня. Люблю. Ну что это будет за брак? Мы усыновим ребенка? Нет. Я добьюсь, чтобы мне вернули Брэндона. И я не хочу тебя связывать. Что? Я знаю, ты хотел бы иметь детей. Ты так обрадовался, когда я сказала о ребенке. Да, я обрадовался. Я тоже. Но врач сказал никогда. Я знаю. Никогда.